Вот еще одна покупка в светофоре. Ну, меня, конечно, подкупила цена. Я просто знаю, сколько стоят эти автоматические ножи. Вот, намного дороже. За 150 рублей взял светофор. Ну, интересно. Хотя у меня есть разные открывашки, инструкция. О, это для открытия разных баночек, бутылочек. Такая резина, но низкого качества очень. Здесь толсто, здесь тонко, и вот в этом месте вот она долго не продержится. Но уже все равно приятно, что она есть. Это подарок получается. Так, это надо снять. Вот так снимается. Сюда две батарейки типа АА. Аккумуляторы 1,2 вольта. Батарейки 1,5. От аккумуляторов не тянет. Хотя у меня почти все работает от этих аккумуляторов. Ну-ка. Он сам останавливается через 25 секунд. Это в другую сторону и отходит. Так, интересно. Опять плотно и задвинули. Это пустая банка. Надо вставить. И оставляем его. Так. Да, интересно. Открыл. Вот только в конце чуть-чуть. Отрезает так. Здесь гладко все. Ой, и тут гладко довольно-таки. Только там, где я отрывал. Так, интересно. А вот такое откроет. Но здесь вот это есть. Ладно, я как бы ее отломить. У нас просто открывать нечего. Мы не едим банки. Банки не едим. Сейчас. А это кошечки. Вот я отломил. Пробую, интересно. Так, нужно сначала попасть. Нажать и подержать, чтобы он схватился. Схватился, пошел. Он еще один круг нарезает. Ни в одном месте так и не прорезал. Почти прорезал. Чуть-чуть. Так, это вот кошачья еда. Тунец. Да, такой вот тунец. Макрелевый. Натуральный. Натуральный. С такой приличной горчинкой. Очень приличный. Вот, а кошечка ест. Вот видите, здесь бордюр какой. Углубленный. Не каждая открывашка возьмет. Вот самая обычная открывалка, она берет практически все, то есть любую. Открывает быстро и замечательно, вот так. Вот такая вот открывалочка, имейте в виду, потому что есть такие, что вообще ничего не берут. Здесь что важно, чтобы вот этот металл был прочный, и вот эта вот звездочка тоже была из хорошей стали, чтобы они долго держались. Этому уже, ну, банок 100 открыли, наверное. Вот этой открывалке Kenwood уже больше 10 лет. У нее, видимо, очень прекрасный металл, из которого нож.
Да, открывать надо не где внутрь завальцовано, а где наоборот, наружу, шире. Вот она пошла. Вот она держится. Все открыто. Крышечку выбросили. Ну, замечательно. То есть, сколько она банок открыла, неизвестно. Очень много. Вот. Здесь еще две керамические ножеточки. Они, честно говоря, ну я одной рукой создаю очень острое лезвие. То есть, но нож должен быть, конечно, заточен, а это заправлять только.